Пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, на самом деле известно, что Елена Александровна Полонская поддержана, ее кандидатура поддержана на федеральном уровне, поддержана губернатором Псковской области. Поэтому мне очень странно и удивительно слышать мнение единодушное всех наших псевдооппозиционных фракций в городской думе, которые поддерживают кандидата, выдвинутого всей мощью партии. Я не вижу здесь никакой оппозиционности. В то же время я услышал, точнее не услышал ответ на свой вопрос по прямым выборам мэра города Пскова от Елены Александровны Полонской. Я понимаю, что фракции «Единая Россия» выгодно сложившееся положение, что вы не хотите, чтобы псковичи самостоятельно выбирали руководителя города. Вам удобнее назначать руководителя из числа большинства депутатов, потому что у вас здесь большинство пока. Я не вижу среди нынешнего состава депутатов городской думы человека, который мог бы в принципе возглавить город. Поэтому, возможно, я буду единственный такой, но я буду голосовать против обоих кандидатур. Я испорчу бюллетень или заберу его с собой. Спасибо.